улица Давыдова, 34. Детская площадка. Там даже лесок небольшой. Так, вот это Давыдова 36. Автобус ходит Давыдова 42 и автовокзал 20 номер. Не знала даже, что сюда можно доехать на автобусе, на маршрутке. Фрукты, овощи, магазин продукты. Давыдова 42. Вот такая высотка. Гаражи рядом с домом. Так, вот Давыдова 42А. Немножко пройдем к дому. Отсюда, наверное, видно тысячекоечную больницу. Вторая городская. Вот этот дом на самой горе. Давыдова 35. Тут все в гаражах. Старый дом, половина жилой, половина нежилой, судя по окнам. Ага. Давыдова 29. Никогда не было в этом стройке до советских времен. Хороший сквознячок. Со стороны дома Давыдова 29.
29-м. Тоже что-то непонятное. Заброшенное здание. Детская площадка. Видно вот тут такой, не знаю, военный городок, что сейчас, раньше воинская часть, наверное, была, может быть, и сейчас также. А на той стороне остановка Магнитогорская. Ближе к остановке Заря. Клумбы, укрытые на зиму возле дома. И увидела здесь просто тонны воды в бутылках. Подошли ближе к этому зданию. Собака на крыльце. А вот, может быть, детский сад, площадка. Ну, как бы и не похоже на детский сад. Тут просто свалка. На дорогу вышли. Тут что-то за объект заброшенный. Тоже вышка. Запретная зона.
может быть, какие-то складские помещения. Все огорожено. Дома по улице Давыдова. Здесь тоже бывшая казарма, что сейчас не знаю. Тоже все огорожено, запретная зона. Так, слава героям, дальневосточникам!